Всем доброго времени суток! С вами Солид Машика, и сегодня у меня для вас новости на 14 число, 8 месяца 2024 года. Мобильная версия игры продолжает получать обновления, и патч Novish добавил эксклюзивный вариант меню для модов. Пока что выглядит сыровато, снова кажется, будто яблофоны испытывают свою открытую бету. Но в целом решение хорошее, для повышения удобства при игре на телефоне. И все же странно, как не думали над этим в процессе изначальной разработки порта. Такого рода пересмотр я как раз и ждал для мобильного варфа, вместо почти идентичного переноса игры. Недельный подкаст разрабов упомянул, что версия для андроидов может использовать Vulkan. Для ПК этот графон завозить не собираются в обозримом будущем. Ведутся некие разговоры и про автологин, чтобы каждый раз пароль не вводить для входа. Будут менять ячейки нетры. Достаточно будет лишь нахождения самого игрока в зоне для зачета прогресса. Сейчас нужно заманивать и мобов. Но внедрять это собирается в том самом нераскрытом осеннем обновлении. То есть ждать и будем как минимум до октября, что кажется перебором. А вот двойной чертеж за серебряную форму мы получим уже на следующей неделе, как раз к Сивагото Prime. Обещают добавить встроенные полярки не только для самого фрейма, но и для тени с когтями. Какие-либо изменения навыков не ожидаются. Всплыл разговор и про мистики для мехов. Конкретно спрашивали разрабов про аналог зарядки. Но ничего хорошего не ответили. Играть мехом далеко не везде можно. И по большому счету зарядку хочется только для постоянной ульты Войдрига. Похоже, что некромехи и дальше будут пылиться. Хоть нам и дают ими поиграть в лаборатории, новую играбельную модель до сих пор не придумали, несмотря на новые дизайны врагов. Девстрим по варфу не состоится вместе с следующим, но получим второй девстрим по Soulframe, где будут показывать новые версии вещей, показанных на Тенаконе. Критики было немало насчет боевки, потому будем смотреть, что предпримут. Напоследок есть дропы этой недели, расщедрились на парочку готовых форм. Как раз в честь нового Сивагота. И как обычно, благодарю всех спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока.